Компания из 8 анефчан планировала отдохнуть на Кипре. Люди даже успели купить билеты, но из-за банкротства авиакомпании «Трансаэро» планы пришлось поменять. Взамен отпускникам предложили туры в Доминикану или Египет. Решили остановиться на втором варианте. Сегодня по прилету делятся своими впечатлениями от отпуска. К слову, он у них не прервался. Сахалинцы успели отдохнуть, как и планировали, 11 дней в арабской стране. Что касаемо аэропорта, то там меры безопасности усилены очень сильно сейчас. Нас очень тщательно проверяли, проверяли ручную кладь, мы снимали верхнюю одежду, обувь и так далее. Такого не было, когда мы прилетели туда. Вот. Но сейчас, конечно, все изменилось. Багаж нас тоже не пустили, и он пообещали, что он идет за нами. Когда летели сюда, естественно, очень боязно было, переживали. Даже дети... Никогда не боялись летать, а тут постоянно задавали вопрос. Мам, мы не упадем, а у нас все хорошо. Вот это самое страшное, когда дети задают такие вопросы. Тяжеловато, конечно, отвечать правильно, их успокоить. А так все очень хорошо. Плавали, смотрели рыб с спасательными жилетами, с очками, с масками. Понравилось? Да, очень. Этим же рейсом из Москвы вернулась и Мария Грошева с сыном. Мы отдохнули, там ничего не мешало, если бы каналы не показывали, ну, как бы российских каналов бы не было, мы бы не знали вообще как бы ни о чем. Все спокойно, единственное, создали в аэропорту, когда мы уезжали, всех сразу пригнали, хотя за 3 часа, и была большая очередь была очень. Персонал хороший, спокойный, никто, единственное, они как бы все в предвкушении того, что туристов не будет, работы у них не будет, своеобразный траур. На территории Египта сейчас остаются еще 30 сахалинцев, среди них 12 детей. Их прибытие на остров ожидается до 17 ноября включительно. На момент введения запрета полетов россиян в арабскую страну там отдыхали 45 сахалинцев. Конечно, всех вернувшихся отпускников сейчас интересует, когда на остров прибудет их багаж. Багаж будет доставляться специальными рейсами без пассажиров, бортами МЧС, Министерства обороны и других организаций. В случае возникновения вопросов по доставке багажа, необходимую информацию можно уточнить в аэропорте Внуково. Вся работа по территории РФ ведется через него. Связаться со справочной службой аэропорта Внуково можно по телефону, указанному на экране.